У меня один знакомый есть, который одного из двух этих фигурантов, он очень хорошо лично знает, и общался с ним неоднократно. И он мне просто, я специально позвонил и спросил, как ты думаешь, это он, какова вероятность, что это не он? И он мне совершенно однозначно сказал, да, он просто, ну, то есть у меня, говорит, никаких сомнений нет, это он. Все, вот мельчайшие там, вот, слова, словечки там, как дышит, как, ну, все. Поэтому вот у меня сомнений нет. Да и повторюсь, на самом деле все настолько естественно, то есть они все так говорят, да? В этом смысле, если бы вдруг что-то необычное прозвучало, можно было бы сомневаться. Понимаете? А прозвучало, то, что прозвучало, это настолько банально, что ну, повода сомневаться вообще нет.